Снова с вами я. Ну и находки. Вот сегодня, значит, находка у нас вот такой ящичек с инструментом. Инструмент это шуруповерт с зарядкой. Все работает, в принципе. Я уже проверил, зарядка работает, заряжается аккумулятор. Сам шуруповерт тоже работает. Ну, единственное, конечно, что эта фирма не очень хорошая, скажем так. Ее здесь много, ее продают много здесь в дешевых магазинах. Ну и она, естественно, стоит очень дешево. Поэтому особого моего внимания эта вещь не заслуживает. Вот. Ну, тем не менее, это находка, да? Вот, убираем в сторону. И достаю. Следующая находка у нас вот такая. Это у нас очередной телевизор от фирмы Medion. Телевизорчик. Значит, вот он сейчас, но он загорается. Сейчас я, может быть, вам видно. Надо его сейчас выключить. Сейчас он потухнет. И, значит, здесь вы видите, лампочка загорается зеленым, а потом сразу загорается красным. Вот синим загорается и красным. То есть у него проблема. Не знаю какая. Но главная его проблема — у него вот здесь разбит дисплей. Как называете вы это? Матрица. Но разбита. Вот. Поэтому, скажем, это только для мастеров. Вот здесь у него есть еще DVD-плеер. Ну и пульта к нему, конечно, не было. По крайней мере, я не видел его. Вот. Ну что, пойдет он в тайную комнату. Телевизор неплохой, если бы только поменять этот дисплей. Вот, поэтому я его выключаю. И убираю. Ну еще вот, значит, сейчас я покажу. В данный момент у меня в процессе здесь один из компьютеров, один из ноутбуков, который я нашел, у которого был здесь оторван и отрезан дисплей. Здесь все провода отрезаны, здесь тоже. Но, тем не менее, он работает. Он работает от другого дисплея. Уже на нем стоит Windows 8. Вот. Ну и, в принципе, можно им вот таким образом пользоваться. То есть с отдельным дисплеем. Вот дисплей от него... Он был оторван, шарниры оторваны, и проблема, что здесь были все провода отрезаны. То есть если ставить новый дисплей, нужно полностью этот компьютер разбирать и все провода, которые на дисплее идут, менять. Вот. Вот такие дела. Значит, этого я делать не буду. Вот. А могу его использовать сам, просто как компьютер с дисплеем. Вот. Ну и пойдем дальше. Что у нас еще в сумке есть? Сейчас посмотрим. И, возможно, проверим сразу. Значит, взял вот такую щетку от моих любимых пылесосов. Вот. Но она тут
конечно, состояние ее ужасное. Это только на запчасти, если, конечно же, у нее только работает мотор. Мотор можно проверить. Можно. Если, конечно, тут отковырять кабель. Я сейчас не буду это проверять, не хочу долго лазить. Ну, в общем, по-любому нужно проверить мотор. Если мотор работает, то значит это еще нормальная находка. Можно с ней что-то сделать. Можно найти еще такую же, допустим, с поломанным мотором и что-то с этого поиметь. Так что убираем. Убираем в сторону. Вот. Ну и следующее у нас. Найдена была. Ой, это вообще не знаю, каким образом попала ко мне в сумку. Прицепом попала. Вот, это сразу можно выкидывать в мусорный ящик. Значит, вот такая попалась машина. Как называют, болгарка в России. От фирмы Bosch. Можно ее сейчас сразу включить и посмотреть, что она работает или нет. Все понятно с ней. Она работает как бы неправильно. Скорее всего, у нее подшипник полетел. Вот. У меня еще одна такая Bosch есть, поэтому можно будет с них смастерить одну из них. Можно будет привести в порядок. Вот, так что тоже можно убирать в сторону сразу. Вот, что у нас еще? Еще у нас был найден вот такой магнитофончик. Магнитофончик автомобильный. От фирмы Pioneer. Не знаю, как она утаскивается здесь. А вот так. Ну да, это CD-плеер. Тоже можно проверить его и положить в общую кучку. Кстати, у меня там спрашивали уже люди магнитофоны. Один человек, который живет в Германии, перевел мне 5 евро за пересылку. Я ему отправлю один из своих магнитофончиков, который у меня здесь есть. Ну, вот этот Sony ему отправлю. Это хороший аппарат, в принципе. Вот, он заплатил только за пересылку, за магнитофон я ничего с него не беру. Короче, это будет как подарок. Вот. Ну и этот положим к ним же сюда. Что у нас еще было найдено? Было найдено еще вот такое, такая навигация. Карты нету. Фирма Navigear. Сейчас мы ее попробуем включить. Включил. Ничего не горит. Лампочки не горят. И скорее всего она тоже не работает. Вообще сегодняшний день меня мало порадовал находками. Хочу заметить. Очень мало находок. Ну, я уже объяснял причину. Зима. Не всегда хорошо. Вот, я вижу, что эту навигацию уже разбирали. Здесь отсутствует 3 болта из 4. Ну, и она
совершенно не подает признаков жизни. Никакие лампочки не горят. Поэтому она пойдет в мою общую коллекцию. Коллекция у нас уже достаточно приличная. Уже можно поставить их скопом для людей, которые их ремонтируют, и кое-что продать. Вот, значит, ну что, больше сегодня у меня ничего нету. Наверное. Я сейчас посмотрю, да. Сумочка пустая. Вот, единственное, значит, хочу сделать анонсик. Анонс. У меня есть один аппаратик маленький, который очень удобно посылать. Да, посылать, допустим, в Казахстан, в Россию, на Украину, куда бы то ни было. Он недорого стоит, пересылка стоит недорого. Вот, а сам аппарат неплохой. Когда-то я его себе купил, я им пользовался. Вот, и сейчас у меня просто появился, ну, не сейчас, а уже порядком, новый телевизор. И этот прибор, он мне просто не нужен. Значит, я его хочу разыграть. Как всегда, сделать розыгрыш. Вот. И хочу сейчас сказать, значит, что это за аппарат. Это Google Chromecast. Возможно, кто-то знает, что это такое. Возможно, кто-то не знает. Поэтому объясню. Это такая маленькая штучка. Она не больше, чем вот этот вот пульт. Вот. У нее есть выход, точнее не выход, она втыкается в телевизор, в HEDM, не, как это по-русски, забыл. Короче, HDMI подсоединение у нее есть, я по-немецки уже говорю, HDMI. Она втыкается, значит, в телевизор. С другой стороны в нее втыкается USB. USB, кстати, может как от телевизора подсоединяться, так и от внешней зарядки. То есть, ну, от вот такой зарядки. Вот сейчас покажу. Вот такая USB еще в него втыкается. И в розетку с любым адаптером, допустим, с любым блоком питания. Ну, который подходит, конечно же, да. Вот, тоже она будет работать. Ну, удобнее, конечно, если это будет от телевизора все. Вот, если у вас в телевизоре есть HDMI и USB, тогда вообще удобно. Все там подсоединило, она сразу начинает работать, как только телевизор включили. Все. Это для того, чтобы передавать изображение с компьютера или с ноутбука, или с планшета, с телефона на телевизор. Короче, такой HD медиа плеер. Вот, причем работает он довольно таки неплохо, и звук у него хороший, изображение хорошее, и в общем все он так это самое делает неплохо. Значит, вот такой приборчик я хочу разыграть еще до Нового года. Поэтому сегодня в видео, кому моя идея нравится, значит, ставьте лайки, посмотрим, сколько лайков наберется. Значит, ну, если лайков, скажем так, сотня наберется, значит, мы уже его разыграем. Вот. Ну, я думаю, что наберется. Приборчик неплохой. Стоит он до сих пор, еще я смотрел в eBay, стоит он 30 евро. Вот, поэтому кому-то очень даже полезный будет. Вот, ну и все. На этом, значит, сегодня я заканчиваю видео. Больше у меня ничего нету. Всем, как всегда, желаю удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будем дальше искать, смотреть, разбирать и общаться.